Это прекрасно. Моя мама сказала, этот мир не создан для змей. Вы родились в мире полном зла. Вам это понятно? Поэтому в этом мире нельзя доверять никому, кроме самого себя. У вас наверняка ожидает впереди много горя и страданий. И в такие минуты, каждый раз, когда вы будете страдать, вспоминайте маму. И даже если все на свете вас ненавидят. Мама всегда верит в вас. Знайте, что только мама любит и будет любить вас всегда. Мама! О, Флигушка, вы была